Здравствуйте! Сегодня я хотел бы с вами поделиться методом, который эффективно помогает бороться со скрипом полов. Чаще всего ламинат скрипит из-за некачественного ламината, либо некачественной установки. Вот видите, у меня он поскрипывает. Что для этого мы делаем? Для этого я использовал обычную ВД-шку, либо силикон, который продается в автомагазинах. В моем случае это вот такая вот баночка. Чем выше качеством ваша ВД-шка, тем надолго можно избавиться от скрипа. А делается это все очень просто. Находим, где именно стык, соединение одного листа с другим. И брызгаем. Брызгаем именно место стыка, где стыкуется сам ламинат. Вставляем ненадолго, чтобы сам силикон жидкий проник глубоко в замок ламината. Итак, прошло минут 5, можно вытирать лишнее насухо. Будьте осторожны, потому что после того, как вы вытерете этот силикон, пол может быть очень скользким. Поэтому желательно очень хорошо его протереть или лучше всего даже влажной тряпкой промыть. Итак, смотрим. Ламинат больше не скрипит. Надеюсь, этот метод вам понравился и будет полезен. Как можно недорого и легко избавиться от скрипа неприятного на полу без больших вложений или какого-то кардинального ремонта. Всем спасибо, всем пока.